Всем здравствуйте. Пришла небольшая поставочка черенков. Фирмы, значит, с которых пришла черенки, это Дюмин Оранж и Сеянцы Бекингем. А сейчас я вам покажу. Из желаемого большого списка пришло совсем немного. Ну, что пришло, тому, как говорится, и рады. Здесь у меня три кассеты, сейчас я вам покажу. Все упаковано. У нас, значит, ночная температура была минус 15, то есть прям круто. В такую минус еще ни разу не заказывал. Посмотрим, что пришло. Заказала двойную термоупаковку. Значит, доставка стоила 600 рублей. В принципе, это вообще ни о чем. Если учитывать иногда, допустим, доставка аэропортом, то это вообще жуть. Ладно, суть не в этом. Итак, давайте посмотрим, что и как пришло. Все аккуратно упаковано. Давайте вскроем. Сейчас я вскрыла двухслойную утеплитель. И вот мультифлор я, в принципе, заказываю уже, конечно же, проверенную фирму. Работаю с ней. До этого я работала с Акбиной, но она, это Москва, и у них доставка очень дорогая. У меня еще тогда, лет, наверное, 7 назад, выходила поставка черенков аэропортом. 1007-8. Плюс там суперкордон, не пройдешь на этот аэропорт, там получить этот груз. А фитоконтроль нужно пройти. Кто с этим связывался, тот меня поймет. Мультифлор — это Ростов, это недалеко. Вот компания вчера мультифлор черенки получила, сегодня получила уже я. То есть с Ростова в Волгоград менее суток. Значит, мультифлор, как всегда, молодец. Девочки умнички, только так могу сказать. Значит, смотрите, все упаковано аккуратно. Самое главное, о чем я очень сильно переживала, я заказала бальзамины. Бальзамины Уоллера, в принципе, это сеянница. Просто семена не всходят у нас почему-то. Вот я сейчас скрываю сеянцы. Что я вижу? Я вижу великолепное состояние черенков. Объясню, почему я очень сильно переживала. Бальзамин — настолько нежная культура. Небольшой минус, и бальзамины пошли чернеть и откидывать лист. То есть, да, кто заказывал фуксию, тот меня поймет. Откиданный лист — это прям беда-бедова. Здесь я вижу великолепное развитие. Сейчас я вам покажу корневую. Если увидеть. Тут черенковать уже сейчас можно. То есть тем, кто у меня любит бальзамины, специально для вас, потому что есть специально... У меня есть покупатель, который покупает бальзамин для тени и восхищается. Я тоже ими восхищаюсь. Зашли в этом году семена ужасно плохо. Процентов 20. Вот специально для вас, для своих покупателей, я заказала бальзамины Уоллера в сеянцах. Вот такая вот красота уже на бутоне. Вот больше всего я за них переживала, если честно. Давайте вскрывать дальше. Все аккуратно упаковано. Все просто чудесно. Еще раз повторюсь. Сейчас на улице минус 7. Ночью было минус 13. И еще две кассеты. Это калибр Хуа в триксах. Вот одна кассета пришла очень замечательно. Я вижу, вот как бы вот один выпад и еще где-то один нашла. А вот вторая кассета. Здесь, конечно, состояние будет похуже. Вот я вижу, что сильно, конечно, ее тут стукнуло, видать. Не очень хорошая кассета пришла. Но, опять же, я вижу, в принципе, перспективу. Все возобновимо, но состояние будет похуже. То есть, как видите, не все иногда приходит все в идеальном состоянии. Многие агравиолы ругают. Но я вам могу сказать, что никто не застрахован от выпадов. Так что вот такой вот маленький заказ. Опять же, его заказывала, в принципе, позиции, наверное, 10. Вот все, что пришло. Но меня сразу предупреждали о том, что всего не будет. Вот такая вот поставочка небольшая получилась от фирмы Мультифлора. Будем работать, исправлять положение. Если честно, думала, что бальзамины страдальные придут. А нет, оказалось, подвела хуашка. Все, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас будем работать. Всего доброго.